Всем привет! Давайте сегодня приготовим салат из яйца, огурца и сыра. Для этого отварим яйца в течение 10 минут. Маринованные огурцы нарежем на кубики. Сыр натрем на крупной терке. Чеснок раздавим и мелко измельчим. Готовые вареные яйца нарежем на кубики. В чашу выложим вареные яйца. Добавим маринованные огурцы. Добавим сыр. Добавим чеснок. Добавим майонез. Все перемешаем. Мелко нарежем укроп и зеленый лук, добавим в салат, все перемешаем. Наш салат готов. Салат простой и вкусный. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал «Рецепты на выбор», делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!